Вся мощь российской армии на примере конкретной ракетной бригады. Губернатор Павел Коньков посетил одну из воинских частей региона. Руслану Марычеву пока всего 14 лет, но он уже не понаслышке знает, что такое воинская дисциплина. Руслан – один из 7 воспитанников специального взвода. Практика для российской армии редкая, когда на территории части вместе с военными проживают подростки. Мне сначала в школе предложили попасть сюда. Я сказал, подумаю, потом мне предложили прийти сюда, посмотреть, как здесь живут, рассказывали, что тут делают. Мне сказали, военная подготовка, ну, обычно в школу ходим по форме, соблюдаем порядок. Всех этих ребят воспитывают опекуны. Как правило, это бабушки и дедушки. В части дети всегда под присмотром. Строгая дисциплина, ежедневный подъем в 6:30. Руслан читает и классику для уроков литературы в школе, и устав на будущее. Большинство воспитанников потом пойдут по военной стезе. И как многие выпускники взвода станут офицерами российской армии. Должности губернатор Павел Коньков посетил эту часть впервые. Признался, что впечатлен. В прошлом году бригаду перевооружили на ракетный комплекс «Искандер». Дивизион состоит из ракетных стартовых батарей, в состав которых входят пусковые установки, а также машины обеспечения жизнедеятельности и командно-штабные машины. Современный оперативно-тактический комплекс пришел на вооружение взамен старого комплекса «Точка». Перегрузка ракеты с транспортной техники, приведение комплекса в боевую готовность. У каждого военнослужащего здесь свои задачи. Ошибок быть не должно. В мои обязанности входит хранение, транспортирование изделий, а также перегрузка, стыковка и перегрузка изделий на ракетную установку. В боевую готовность установки привели менее чем за полчаса. Приходят абсолютно новые машины. Мы, допустим, не увидели здесь с вами ни одного ГАЗ-66, ЗИЛО-131, да? Приходит новая ракетная техника. Отлично работают военнослужащие, которые в течение 20 минут могут ее привести в полную боевую готовность. В рамках этой рабочей поездки губернатор вручил юбилейные медали к 70-летию Победы 25 ветеранам, жителям Шуи и Шуйского района. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.